микрофона Георгий Черданцев и Константин Генич. На поле футболисты, все вместе, это очередной матч чемпионата. Команда выходит на матч с обновленной центральной линией. Новый полузащитник сегодня проведет первую игру в составе команды. Им нужно было усиление, и вот мы его видим в лице нового хавбека. Посмотрим, как он войдет в игру. Сейчас у всех будет отличная возможность понять, чего стоит сегодня ЦСКА. Да, старт вышел просто замечательный. Я не удивлюсь, сегодня третий победе этой команды. Ведь только так должен играть потенциальный чемпион. Состав «Зенит». Данная расстановка требует высокой координации действий игроков. Он с мячом, а продолжает накручивать. Решать нужно этот момент. И как пробил. Артем Дзюба. Хороший пас во фланг. «Зенит» будет вбрасывать из-за боковой. Игорь Смольник. Посмотрим за этой атакой. Хорошее владение мячом перед штрафной площадью, но пора бы и обострить. Вагнер Лав. Питерцы перехватили мяч. Мяч вышел за пределы поля, и ЦСКА будет вбрасывать. Поединок двух равных по силе команд, так что возможность победить есть у каждой. Да, посмотрим, какая из команд сегодня лучше подготовилась, «Зенит» или его соперник. Отличный отбор, но мяч-то кому достанется? Пока неплохо. Мяч потерян. Армейцы атакуют. Отличное взаимопонимание. Успешно навязал борьбу, теперь придется побороться еще раз. Защитник подальше от ворот выносит мяч. Есть поддержка в этой атаке, можно что-то придумать. И как опасно пробил. ЦСКА готовится исполнить угловой удар. Решил пробить. Мяч словно приклеился к перчаткам голкипера. Сиду Думбия. Промахнуться невозможно. Такой важный гол. Благодаря ему они сумели выйти вперед. Здрасте, пожалуйста. Согласен, форвард сейчас просто взял и съел защитника. Счет в матче был открыт на 30-й минуте. Олег Шатов. Не прошла эта передача мяч у соперника. Аксель Вицель. Владеет мячом команда и выбирает момент для обостряющей передачи. Вагнер Лав. Атакующая комбинация ЦСКА. Олег Шатов. Артем Дзюба. Друзья, вы поворотом-то бить собираетесь или нет? Пасы это, конечно, хорошо. Артем Дзюба! И все прахом. Да, все усилия, вся эта атака, весь этот момент. Старались, создавали что-то, и все теперь можно умножить на ноль. Не забивает игрок, и, к сожалению, его команда продолжает проигрывать. Выбили у него мяч. Кому он достанется? Статистика показывает, что мяч чаще находится у игроков «Зенита», и, тем не менее, команда проигрывает. Да, бывает и так. Соперник очень здорово играет сегодня в защите и удачно при этом контратакует.
Вагнер Лав. Из этой атаки может получиться что-то стоящее. Отличный кросс. Вагнер Лав. И это момент. Гол! Пусть пробил не сильно. Важен результат. А результат мы видим. Мяч в сетке ворот. Как по нотам была разыграна атака, и неудивительно, что она привела к взятию ворот. Посмотри, как момент поймал, идеально выложил мяч партнер. Да, и записал нас. ЦСКА ведет после первого тайма, а у нас только что начался тайм второй. Сейду Думбия. Владеют мячом и ждут, когда предоставится возможность сделать хорошую передачу. Думбия. И здорово читают эту подачу защитник. Один защитник отыгран. Мяч летит в сторону ворот. Попытка нанести удар головой. И не точно. Рядом со штангой проходит мяч. Маурисио. Олег Шатов. Хорошее владение мячом перед штрафной площадью, но пора бы и обострить. Сейчас замена будет в команде хозяин. Игрок готов уже выйти на поле, ждет разрешения арбитра. И вот самая свежая трансферная новость. Поль Погба переходит в Манчестер Юнайтед из Ювентуса. Да, сложный процесс по покупке игрока получился, но игра стоила свеч. Аксель Витцель. И играть еще полчаса. Нужно выходить из ворот. Все правильно. Думбия. И в зону атаки мяч переходит. Великолепно исполненный пас в разрез. Здесь защита справляется, мяч отобран. Замену проводит тренер гостей. Посмотрим, кто покинет поле. Мяч вышел за пределы поля, и ЦСКА будет вбрасывать. Щенник. Бибрас Натхо. Головин. Основное время истекает через 20 минут. Натхо. Тут может что-то получиться. Великолепный пас. Думбия. Относительно легкий мяч для вратаря. Угловой разыгрывают футболисты ЦСКА. Фернандес. Мяч выбит. Угроза миновал. Он просто не заметил. Удар по воротам. Игорь Смольник. Отличная передача. В домашней команде, видимо, сейчас замена. Готов уже игрок выйти на поле. Ждет разрешения арбитра. Это может быть опасно. И вратарь забирает этот мяч. Александр Головин. Здорово все-таки они играют в пас. Тут только и остается, что нарушать команде соперника. Момент для удара. Какая реакция, какой прыжок, класс!
Раньше это называлось корнер, но теперь мы говорим угловой. Фернандес! Не лег мяч на ногу, выше ворот. Судья добавляет 3 минуты. Доменико Кришиту. Питерцы начинают опасную атаку. Отличный кросс. Игрок обороны оказывает штрафной на последних минутах игры. Все, звучит свисток арбитра. Победа ЦСКА. Пожалуй, счет не по игре. Но знаешь, чем дольше я работаю, тем чаще мне попадают.